Всем привет, с вами Андрей, и это хол по моим покупкам из путешествия. И первое место, которое мы посетили, был датский город Беллум, где мы сходили в Леголэнд. При въезде в Леголэнд нам дали вот такой парковочный талон. А вот и покупочки. Я купил себе вот такую вот маечку и шапку на зиму. И очередная вещь, приобретенная в Леголэнде, это бутылка для напитков. С ней будет удобнее ходить на тренировки. Это форма для выпекания. Это магнитик. И брелок с таким же человечком. Эта фотка сделана на самом страшном аттракционе в Леголэнде в стиле лего-кубика. И открытки. А еще мы купили зонт. И сейчас мы идем его испытывать. Ну что же, зонт хороший! Хей! Также мы побывали в Берлине и в Риге. В Берлине мы купили подушку Эмоти. А в Риге мы купили Проконьон. Также мы побывали в Копенгагене и купили вот такой вот пенал Эмоти. И ластики тоже Эмоти. Подошел конец этому видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!